Всем привет! Вы на канале Бункер Фолоча, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру Valiant Hearts. Нам надо найти мужичка какого-то, копальщика. Я так понимаю, какого-то, не знаю, шахтера, блин. Сюда пройти можем? Сюда не можем. Видимо, нам вниз надо. Ладно, погнали вниз. Так, тут чего? А, типа, иди туда. Там спасай всех. Хорошо, побежали сюда вниз. А здесь чего? Здесь вниз надо спасать идти. Ладно, погнали. А кого спасать-то? Я так и не понял. А, дальше. Погнали дальше. Тут чего? Ой, блин, здесь мины. Здесь мы взорвемся. Так. Здесь кто-то же зовет на помощь. Так, давай-ка тащи его. Тащи мужичка. Опачки. Кружечка. Это какая-то банка, либо кружка. Да иди сюда уже, давай. Банка. А, мы сейчас эту банку вот, наверное, сюда кинем. Точно. Ну-ка, давай вот так вот. Опа. Взорвали. Отлично. Значит, нам надо вниз. Чисто вниз. Идем чисто вниз. А ты тут чего присел? А, у тебя детонатора нету. Мы сейчас как в Бэтмене будем искать детонатор. О, один задохнулся. Задохнулся мужичок не... Охренеть, блин, еще и подорвался другой. Так, а ты тут что? Сломать завал сам не смог? Так. Ага. Все, я тебя понял. Это вот, вот примерно так надо. Сейчас мы подорвем мостик. А, я думал, он целый остался. Так, ну давай. Опа, покатили, покатили. А, нам наверх надо забраться, я вижу. Давай забираемся. Раз, два, три, четыре. Собака, ты чё? Так, тут чего у нас? Ух ты ж, ё. Я понял тебя. Это нам не сюда. Так, ты иди туда тогда. Бляха-муха. Так, там газ. Так, а что нам надо здесь сделать-то? Я что-то не понял. А, вижу. Вижу, 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 вижу. Вот нам надо так сделать. Собака, только не подорвись. Так, отлично. А, я думал, это другое что-то будет. Так, крутим, крутим, крутим. Вы хотите сказать, чтобы я детонатор туда забросил, а потом к этим, к минам привез? Охренеть. Что-то как-то намудрили. Ну-ка, раз. Блять, собачка, не взорвись только. Она ж не взорвется? Не, не взорвется. Собачка не взорвется, это самое главное. Ну, блин. А как? Вот так вот. Опа. Да, блять, опять не попал. А, какая неубиваемая собака-то у нас. Так, вот так тогда. И раз. Блять, промазал. Так, ну давай тогда. Вот так. Получилось. Давай. Блять. Короче, это где-то надо здесь, чтобы успеть. Так, ладно. Ну-ка еще раз. Может, вот так? Получилось. Давай. Получилось. Отлично. Так, собака, выходи. И чувак ухромал. Ха, чувак тоже ухромал. Так, ну-ка давай посмотрим. А, вон он, внизу хромает. Так, что он тут сделал? А, здесь детонатор был. Все, я тебя понял. Круто. Мы детонатор нашли. Где детонатор? Где детонатор? А вот он. А вот он, детонатор. Здесь был. Так, ладненько. Погнали. Да, блин. Да ты серьезно? Во, пошли. Спускайся, я тебе говорю. Здесь где-то мужичок был, который с детонатором просил притащить ему. Ага, а вот и детонатор. Ага, так, ну-ка. И раз.
Отлично. О, еще одного мужичка спасли. Круто. Здесь ничего. О, что-то есть. Да подожди. А, во. Ну-ка. Это чего это? Ну-ка. Информационный листок генштаба. Каждый генеральный штаб выпускал ежедневный информационный бюллетень для журналистов и солдат. Бюллетень вскоре стал инструментом пропаганды, который помогал генералам контролировать военное и гражданское информационное пространство. Ну, понятное дело, свою информацию распространяют, чтобы... Да, мерси, мерси. Чтобы враги не распространили свою... Так, здесь что? А, здесь закрыто. И пройти мы здесь не можем. Хорошо. Копаем вниз тогда. Что делать? Блять, это что было? Так. О, канарей. А что, мы не успели его спасти, что ли? Точно не успели. Помер. И птичка такая в клеточке. Тебя взять можно? Да блин, не его приласкивать. Ладно, пошли дальше. О, как. Вот это да. Висит, болтается. А ты откуда там взялся, груша? Сос главный. Ну ладно, пошли давай спасать, раз уж всех спасаем. Почему бы и этого немца не спасти? Все-таки тоже человек, как ни крути. Да, сейчас мы тебя опустим, подожди. Опаньки, завалило путь. Так, а надо как-то его спасать. Ай, блин, надо собакой, видимо. Да, не переживай, тут это лифты все лишь. Так, можно вот так вот, ну-ка. О, перегрызнул веревку, ни хрена себе, вот это зубы у нее. Спасли Ганса. Данке. Мерси буку. Вот и поговорили. А, типа туда не выбраться, туда надо идти. Ну погнали, ёлы-палы. Еще один друган новый у нас. Новый друган у нас появился. А, у нас сейчас выведет отсюда. Ну давай, погнали. А здесь копать надо. Ладненько. Это еще что за мост? А, типа он нас на ту сторону переведет. А как мы тебя обратно? А-а-а, теперь надо тебя в обратку. Ну давай. Хрен с тобой, золотая рыбка. Спасем второй раз. Вдруг понадобится нам еще. Давай спасать. Все, спасли. Спасибо, говорит, похлопал такой. Так, а, это толкать надо. Мы потолкали. Камешек. Хрена себе, они камень толкают. А, это мы в туннель, получается, немцев пришли. Понял я тебя. Ага. О, немцы. А, типа, хватит, хватит, это свой, типа. Вали отсюда, говорит, быстрее, говорит, блин, быстрее отсюда. А, так, ладно. А мы что, получается, ни с чем вернулись? Мы вернулись, а тот чувак-то помер. А, типа, как каталку какую-то кати куда? Куда катить? Зачем? Ладно, пошли смотреть, что за каталка. Че, опять вниз, что ли? Так мы же только что там были. А, вот теперь у нас здесь проход свободен, я тебя понял. Так, ну и чё? А, ручки нету. Ага, а вон она каталка. А ручки нету, хорошо. Погнали смотреть, что мы здесь вообще в принципе можем сделать. А они что-то такие солдаты бесполезные, капец какой-то, а. Ничего сделать сами не могут. А как сверху немцы... Ручка у них, точнее не ручка, а это какой-то гаечный ключ, что ли. Охренеть. Тут рядом враги, прям вот рядом, рядом. Подожди, сюда тоже нельзя пройти? А, он туда не может попасть, да?
Нам надо с другой стороны сначала как-то проход очистить, я понял. Погнали вниз. Вариантов ноль. А, туда теперь мы пройти не можем, там заколочено. А бутылки зачем? О, это что такое? Это что? Британский солдатский жетон 1915 года. Британский солдатский жетон претерпел несколько изменений. В начале войны солдаты выдавали алюминиевые диски, но из-за огромного количества добровольцев производители и граверы не могли угнаться за спросом на них. Алюминиевые диски заменили на... Алюминиевые диски заменили на красные жетоны из вулканизированного асбестового волокна. Чтобы решить проблему неопознанных трупов, в 1916 году военное министерство ввело дополнительный диск для каждого солдата. О, как, два диска, что ли, получается? Ладно, два диска на одного человека, это хорошо. Так, вопрос в другом. Как нам туда попасть? Так я туда попасть-то не могу. А, понял. Я тебя понял. Вот так вот. И раз. И поехали. Я и забыл, что здесь кидаться можно таким образом, чтобы включать рычаги. Так, здесь наши французы. Здорово, ребят. Да понятно, сюда вам надо прикатить ее. А, собакен, иди давай туда. А собакен-то где? А ты чё здесь? Иди ко мне. Чё-то собакен отстает от меня. Он же вроде всегда автоматом бегал, а теперь что-то не хочет. Так, ладно, пошли. Давай, погнали. Во. Забирай ключик. И иди ко мне. А интересно, это французы-то знают, что он здесь, как бы? Ну, в смысле, не то, что он здесь, а в смысле, что немцы здесь над ними прям. Да собакен где-то там застрял. Иди давай сюда. Ну, в принципе, нам больше вроде как ничего не нужно. Нам только нужно... Во. Вроде все, подожди. А там что? Тут что-то лежит. Точно. За тех, кто погиб, приз получен. Интересно. И что это мы взобрали? Траншейный фонарь. Складной фонарь, который можно было хранить в вещмешке. Внутри помещалась свеча, которая благодаря конструкции фонаря не гасла на ветру. А, ну просто закрытый фонарь. Это старинная мега-нанотехнология. Так, ладно, погнали. Повезли тележку. Судя по всему, ее нужно куда-то там привезти. Чувакам, которые там дальше были. Ладненько, сейчас оттарабаним ее туда. Видимо, мы сейчас будем подрывать. Хотя здесь ни хрена у них там заминировано это все. Я только сейчас заметил динамит. Они же еще и рельсы, получается, там проложить успели. Молодцы. Все, готово. Что делать дальше будем? А, дальше сами потащили. Вы смотрите аккуратно, а то свалитесь еще. Ни хрена там динамита. Они, походу, решили все подорвать. А там наш друган, которого мы спасали. Охренеть. О, да. Может, не стоило его спасать? Он бы, может, выжил. Бля. Французские офицеры гордились большими вражескими потерями. Но взбешенный Эмиль отказался от награды. Произошедшее он считал актом трусости. Это да. И все же Эмиль с Фредди были рады. Они спасли отца Анны, вырвав его из лап барона.
Батя Анны живой. Его дар больше не использовался во вред людям. Хороших новостей было мало. О них хотелось думать подольше. Это точно. Но от Анны пришла страшная весть. Опаньки. Карл был убит при попытке побега из лагеря военнопленных. Да не может быть. Узнав о его смерти, как убит? Эмиль впал в отчаяние. Подожди, их же поймали, почему убит-то? Да блин, вы что, серьезно что ли? Да не может быть. 5 днями ранее в лагере военнопленных. Это вот как раз, когда нас поймали, я так понимаю. Ну да, вот нас поймали. А, они действительно побежали? Вы дураки, блядь. Вас уже поймали, нахрена бежите? А, так, спрятались. Так, вниз куда-то. Куда-то спрятался. Ах ты. Стелс, блин, пошел. Так, ну я вроде бы как бы спрятался, вроде бы как. А, убежал. Ладно, это было близко. 9 мая 1916 года. Лагерь военнопленных, Франция. Так, побежали. А, теперь по кустам от них будем прятаться, я понял. Так, валим. Фига, я успел вовремя, вообще вовремя, четко. Собака такая. Ну-ка, успею сейчас, не успею. Успел. Так, сейчас здесь ждем. Вот этот сейчас уйдет. О, погнали. Блять, оказывается, здесь и этот может запалить нас. Охренеть. Так. Короче, здесь сначала ждем, потом там ждем. Сейчас вот этот убежит, потом тот отвернется, тогда побежали. Здесь, получается, можно... Ждем. Оп, побежали. Хрена себе. Опачки. Так. Да блять. О, погнали. Погнали. Сейчас вот этот повернется. Погнали. Успел. Хрена себе. Вот это успел, так успел. Чего они так орут? Они наоборот показывают, где они находятся. А куда второй сбежал, интересно знать. Хрена себе, средневековая какая дверь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ну-ка наверх. Хрена себе по веткам. Вроде спрятался. А, можно еще выше. Яблоки. Ну яблоко возьми. Они же подсвечены, яблоки. А зачем? О, яблоки. Типа мы их яблоками отвлекли. Ладно. Они давно яблок не видели, они сейчас, наверное, их жрать будут. Что-то остерегаются, так напряглись. Давай, крутим. Давай, Карл. Жить надо. Надо жить. Так, бегом. Опачки, здесь что-то есть. По-любому, я же знал, что что-то есть. Так, ну-ка, что тут? Армейская переписка. Особая открытка, которую солдаты использовали для внутриармейской переписки. С ее помощью могли связаться друг с другом, например, два брата, служившие в разных частях. Если один или несколько членов семьи были убиты, о демобилизации не могло быть и речи. В некоторых случаях погибали все мужчины в семье. Охренеть. Вот это жестко, когда полностью все погибли. И в семье только женщины одни остались. Опаньки, успел.
Так, валим. Опачки. Давай. Сейчас же этот поднимется сюда. По-любому. А может и не поднимется. Ага. Это мы опять сюда прибежали. А, нам надо вниз. Да как так-то? Он как там оказался? Его же там не было. Да вы серьезно, что ли, заново? Заново. Пипец, а. Оказывается, вниз надо было там лезть. Ну ладно, сейчас хотя бы я, по крайней мере, знаю, что нужно делать. Давай, опа. О, яблоки, о, яблоки, дай мне, я тоже хочу. Ай, тоже мне, блин. Солдаты французской армии привлечены были яблоками. Тупо яблоко. Да бляха, муха. Слазь давай. Давай. Бегом. Крутим. Ну давай. Отлично. Так, а здесь больше же ничего нету? Да, здесь пусто теперь. Давай шустренько все делать. Давай. Крутим. Блин, геймплей. Кручение просто. Так, побежали. Вниз. И быстренько проволоку резать. Давай, Карл. Не тушуйся, быстрее. Блин, а почему кусачки сломались-то? Хрена тут, блин. Так, сохранение вроде прошло, уже хорошо. Так, вниз, походу. Вниз. Ага. Так, ладно, прошли вроде. Я понял, надо было бутылкой разбить это все дело. Так, сейчас вот эти уйдут. Заберем бутылку и вниз. Неспроста она все-таки там. Ни хрена себе, вот это было близко сейчас. Вот это было близко. Я думал, он нас заметит. Так вот. И раз. И все, темно ему. Бежим. О, прикольно. А, я понял, можно прятаться так. Вот за ним так. Типа спрятались, пугало. Так, пошли. Опа. Да блять! Там что-то лежит. Уходи. О, что-то взял. Так, это что это было? Ну-ка, давай прочитаем. Британский журнал. Ух ты. Журнал London Opinion, призывавший граждан Великобритании поступать на военную службу. На обложку помещен известный агитационный плакат с изображением лорда Китченера, тогдашнего министра обороны и поборника массовой добровольной мобилизации. Его пронзительный взгляд, казалось, преследовал британцев повсеместно. Ну, в принципе, да. Почему бы и нет? У нас тоже агитационные такие же плакаты были. Музыка такая. Пошли дальше. О, вроде прошел. Так, погнали. Ну, перелазь, ёптить. Так, а здесь чего? За баранами прятаться. Прикольно. О, вместе с ними. Я понял тебя. Давай, погнали, барашки. Барашки, погнали. Они расходятся.
Вы куда? Блять, я уж думал, они все вместе пошли в обратку. Ну, капитан, я... За одним теперь прятаться сложнее. Да блять, бараны. Бараны, ааа! Я успел. Я так и понял, что надо было с этим идти. Все, убежал. Так он убежал, Карл, убежал! Убежал! Сохраняшка. Блять, кто-то бежит. Это что, французы или немцы? Бляха, я думал, мы уже... А, так это... Блять, это же французы, да. Ага, это зажигательные. Сейчас они сгорят. Во, можно бежать. Тихо, 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 тихо. Успел. Бля, как их много здесь. Как их тут много. Побежали опять. Так, здесь ждем. Хрена... А, тут что-то есть. Ну-ка. Подтяжки. Обязательно аксессуар любого солдата. В то время подтяжки были более популярным альтернативой ремням, поскольку могли поддержать даже облепленные глиной и грязью штаны. Солдаты, бросивших эти подтяжки, вероятно, сумел найти себе хороший ремень. Ну хорошо. Я рад за него. Побежали, 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 побежали. А-а-а, сейчас. А, не, мы, по-моему, бежали. Все, больше не стреляют. Отлично. Собаки. Да бляха-муха, собаки теперь. Да сколько же тут побег бесконечный-то какой-то. Какой-то бесконечный побег. Опять какой-то дом. Так, ты чё здесь? А, помер. А-а-а, медальон. Он решил поменять, получается, медальоны свои, чтобы его приняли за трупака. Я понял. Вот это умница, вот это молодец. Вот это, Карл, ты даешь. Правда, у Эмиля из этого инфаркт будет, но главное выжить. Точно, он поменял его, их медальончики. Во, вот это молодец. 15 сентября. 1916 молодец, Карл. Ладно. Кровавая битва продолжала вот бушевать, да, на Соме. Всего в ней вот это он отжигает. 206 тысяч британцев. Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны. Новейшее оружие, танк, что ли? Буквально завязший в грязи. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Но барон фон Дорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь вот это махина. Себя. Вот это махина. Ну давай, Фредди. 15 сентября 1916 года. Ну погнали. О, что там? О, почитать. Битва на Сомме. Целью английской наступательной операции, получившей название «Битва на Сомме», было ослабление германских войск в районе Вердена. Оттянув на себя часть сил немцев, союзники собирались затем нанести врагу решающий удар и прорвать его оборону. 15 сентября 1916 года в бою впервые были использованы танки. Вот я тебе про что и говорю, танки. Из имевшихся в войсках 49 машин типа Марк 1 на ходу были лишь 18. Угу. Из них только 5 действовали, действительно вступили в бой. В смысле, как из 49 только 5 вступили в бой. Интересно. Битва на Сомме завершилась в конце ноября 1916 года. В ней погибло 650 тысяч немецких и 420 тысяч британских и 195 тысяч французских солдат. Ни хрена себе там мясорубочка-то была. Марк 2 танк. Танки, разрабатывавшиеся в условиях строгой секретности, были названы так «танк». От английского получается это «бак», «цистерна». Из соображений безопасности нужно было скрыть от вражеских шпионов истинное назначение этих машин. В официальных документах говорилось... О, да что ж такое там? Говорилось лишь об устройстве для транспортировки воды русским войскам. Ух ты. Первая модель танка называлась
Марк 1, модель 1. При появлении на поле боя оказалось сильное психологическое воздействие на противника. Когда боевые машины достигли вражеских траншей, те уже опустели. Однако немцы скоро научились бороться с танками, используя их слабые места. Ну так у немцев тоже танки были, я насколько знаю. Так, ладно, погнали. Вот он, Марк 1, я так понимаю. Ну-ка. А, мы им управлять, что ли, будем? Действительно, мы им управлять будем. И пушкой опять стрелять. Ну, погнали. Авиация идет, это хреново. Ну-ка, постреляем. О, подбил. Фига их там едет. Блять, один пролетел. Ну, короче, стреляем тупо вверх. Глядишь, попадем. О, красные какие-то. А где они? А, вон они. О, попали все-таки в нас. Блин, подожгли, сволочи. Короче, смысл просто стрелять ноль. О, под воду пошли. Да бляха-муха, вижу я. Опа, попал. Ну-ка, где еще желающие есть? Покажитесь. Едет. Прям экшон пошел-то у нас. Блять, опять летят. Да вы отдалите экран-то, зачем приблизили-то? Опа, на тебе! Не попадешь. Я бы и первый раз тоже бы правильно все сделал, если бы подрасчитал траекторию, получается, полета. Ага, все заграждения, все переломали. Погнали. О-о-о, пушки. А вот это нехорошо. А, теперь пешком. А, я тебя понял, вниз. Будем, значит, подрывать снизу. Опачки. Ты куда сдал? Свалил. Это чего? Телеграмма из Новой Зеландии. Родился мальчик ТЧК. Брайан ТЧК. Мать, сын по... Сын по рядке ТЧК. Скучаем ТЧК. Хорошо. Хорошо, ТЧК. А, это мне надо было успеть что-то сделать. Блин. А я прочитал зато телеграмму. Что делать? А, подожди. Во, затоптал. Молодца. Гранатка. А, вон оно что надо. Так, давай-ка вот сюда сначала. Блять. Не туда. Надо аккуратненько кидать. Сюда залезть ты можешь? Нет, не можешь. Так вот. Опа. Получилось. Ну-ка, тут что будет? Отлично. Какой-то ящик. А, я тебя понял. Это сюда. Столкнуть, чтобы залезть повыше и туда закинуть гранату к ним. Ха. А нафига им тогда люк такой сдался вообще, в принципе? Ну, в полу. Через который могут им гранату снизу закинуть. Это же бред какой-то. Ну, давай кидаться. Так. Опа! Держи, фашист, гранату. Еее, говорит такой Фредди наш. Так, ладно. Какую-то линию обороны прошли. Давайте-ка вот гранату возьмем на всякий случай. А то мало ли. Пригодится. Тут, конечно, не экшон такой, чтобы уж прям экшон. Но, по крайней мере, мало ли, нужно будет. Че, опять в танк? Точно в танк. Погнали дальше. Так, пушку вверх, а то мало ли. А, так мы вообще раздолбали его танком одним. Ни хрена себе, это что за танк такой должен быть весом, чтобы бетонные заграждения просто расхерачивать. О, летят. Получай. Прям прямым попаданием.
Получай. Красиво. Красиво. Все, меня никто не возьмет. На-на. Хм. Война прям, война. Так, погнали. Красиво. Пулеметчики, бомбардировщики, мы всех уложим. И... А, типа танк на танк? Прикольно. Танк на танк. Ха-ха. Давай в рукопашку теперь, раз на раз выходи. А, и мы тоже поехали, оба горят. В лобовуху, ни хрена себе. Вот это да. Фига себе, вот это да. На, ни хрена. О, ни хрена себе. На. О, блять, промазал. Так. На тебе, еще удар. Так, еще удар. Еще удар, ни хрена себе. Опа. Нокаут, вот это было красиво. Прям нокаутом его. И зубы. Это как в этом, это, в Рокки. Из-за множества промахов и проигранных боев барон фон Дорф был разжалован и отправлен в тыл. Так его же пленили, как какого разжаловали-то? Хуже смерти. Ага, ну ладно. Вопрос в другом, его же Фредди сейчас побил и пленил. А месть не приносит счастья. 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла. Да живой он, блин, Карл. Анна тут же отправилась в путь. Да ёптить-моптить, Эмиль, ну немножко подождать надо было. А, Сен-Миэль, 39 километров. Фига он пешочком дошел. А, ладно, ребятушки, давайте на сегодня мы, наверное, эту серию будем заканчивать. Что-то печально все разворачивается. Мне очень не нравится. Эмиль болеет. Карла чуть не завалили. Главное, он с мозгами оказался. Он смог медальончики местами поменять. И получилось все неплохо. В общем, всем спасибо, кто смотрел эту серию до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. И не забывайте про колокольчик, ребятушки. До новых встреч в следующих видео, в сериях по отважным сердцам, в других видосиках, да и, собственно, на стримах тоже не забывайте, заходите. Всем спасибо, всем пока.